Всем добрый день! В этом видео хочу сделать краткий обзор постельного белья южнокорейской компании Aire или Air. А на этой неделе я заказала вот такой пододеяльник нежно-розового цвета и к нему также две такие наволочки. Ткань 100% хлопок, натуральная ткань, что мне очень нравится. Плюс также дополнительно я купила вот такое одеяло. Оно не скатывается в комочки, очень нежное, легкое. И такое одеяло я уже покупала год назад, мне очень понравилось. И вот это одеяло я взяла в зал. Также год назад я покупала первый комплект из пододеяльника и двух наволочек. Мне очень понравилось как по качеству, так и по ощущениям кожи. Поэтому через месяц я купила еще дополнительный комплект из пододеяльника и двух наволочек. И сейчас покажу один из своих комплектов. Вот этот комплект был самый первый, который я купила. Такая нежная светло-розовая ткань с мелкими цветочками. Оно мне очень нравится. И, к сожалению, именно этот дизайн, его сняли с производства, поэтому на сайте его уже нет. И сейчас покажу также второй комплект, который я купила где-то через месяц. Вот это второй комплект, который я купила. Такой интересный рисунок на белом фоне. Скажу, обалденный цвет, обалденный дизайн и ощущения кайфовые. Это постельное белье можно купить как на сайте. Я делала заказ на сайте, так этот же бренд можно купить и на Купанге. И даже есть быстрая доставка. Но я покупаю на сайте, потому что там идет накопительная скидка за каждый заказ. Плюс также есть купоны, которые можно активизировать при оформлении заказа. Что я и сделала в этот раз и сэкономила 20 тысяч вон. Ссылочки на свой товар, который я купила на этой неделе, оставлю под видео. И вот такой вот мини-обзор постельного белья, который я очень обожаю и который очень рекомендую от души.